Что же такое самодисциплина? Это способность человека заставить себя делать что-либо для получения результатов, вне зависимости от меняющихся внешних обстоятельств, проблем, потребностей, плохого настроения, вредных воздействий, лени, отсутствия мотива или стимула. Способность делать – это один из основных принципов достижения успеха. Без него нельзя получить желаемое, а без самодисциплины нужные действия просто не будут начаты или, что чаще бывает, не будут доведены до конца, потому что всегда найдется тысяча отговорок. Дисциплина на самом деле дает свободу. Возможно, в это сложно сразу поверить. Многие люди уравнивают дисциплину с полным отсутствием свободы. На самом же деле все наоборот. Недисциплинированные люди зависят от настроения, желаний и страсти. Самодисциплина включает в себя действия, связанные с тем, что занимает ваш разум, а не с тем, что вы чувствуете сию секунду. Что это означает? Чаще всего необходимость пожертвовать временным удовольствием в пользу значимых в жизни вещей. Следовательно, только самодисциплина заставит вас работать над идеей или проектом после того, как вдохновение ушло. Пойти в спортзал, когда после трудного рабочего дня хочется лежать на диване и смотреть телевизор. Проснуться рано ради зарядки и безупречного костюма. Отказаться от пирожного, когда искушение призывает нарушить вашу диету. Идеальная самодисциплина помогает выполнять абсолютно все запланированные действия и добиться успеха практически в любом начинании. Она помогает освободиться от вредных и ненужных зависимостей, в том числе дает возможность избавиться от привычки откладывать дела. Представьте себе, чего бы вы уже добились, если бы вы всегда заставляли себя следовать своим важным целям вопреки всему. Представьте, что вы похудели или получили образование, нашли работу своей мечты или заработали крупную сумму денег. Без самодисциплины эти намерения не воплощаются, зато с ней вопросы решаются в вашу пользу. Самодисциплина – один из самых эффективных и при этом доступных вам инструментов личного развития. Это средство самоконтроля может дать вам силы, чтобы бросить курить или попрощаться с килограммами. Практически не существует проблем, в решении которых не нужна самодисциплина. Самым ценным вознаграждением за выработку и укрепление самодисциплины является возможность получать ошеломляющие результаты и ставить более трудные цели, полезность которых гораздо выше.